bona fide WBA Super, WBC, IBF, IBO, middleweight champion of the world, Triple J. Hier das offizielle Urteil. Sieger durch K.O. in der ersten Runde nach 1 Minute und 28 Sekunden. Aus dem Spotlight-Box sind die aus Hamburg, Gennady Golovkin. Und ein sportlich fairer Applaus. Stop on! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come on. Schon wieder, da stand aber Arno Pockrand etwas falsch und brachte den Mann zum Stolpern. Strong von Gennady Golovkin hält sich in Grenzen. Bemerkung ist, dass der Abruf vielleicht ein bisschen früh gekommen ist. Ein sehr klarer Tiefschlag und darauf geht er zu Boden. Начинает опять вкладываться в удары Головкин, и вот к чему это приводит. Еще один нокдаун. И как вы называете, перед всем удары в начале потужно бывает. И... Ну вот, еще один удар по корпусу. Просто сжался. Гарсия, ну и еще один левый боковой. Третий нокдаун. Уже не так хочет. One.
three. He said, bau, bau, genau. Mal hier und mal hier, gerade. Dann kommt Leber, der hält Leber. Und wenn linke schlägt, dann schlägt man hier. Ganz gut. Daniel. Стоп, 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 стоп. Джеб в разрез. Но там справа тоже можно хорошо попасть по корпусу. Очень больно будет. Замечательно, замечательно. Справа, слева. В принципе, это был нокдаун. Вот, слева удар, справа, вот, а, в общем, полный комплект, что называется. Вот, слева удар, справа, вот, а да, видите, я все-таки был прав, там удержали канаты. Все меньше він схожий на боксера Матера. Чудовий удар через руку пропускає Хав'єр Мамані. Але ось бачимо його досвід зараз. Допомагаємо уникати проблем, але все ж таки ні, добиває свого супротивника Геннадій Головкін, і чомусь рефері вирішив зупинити, як на мій погляд, дуже зарано. Так, були проблеми у аргентинця, але вибачте, ну, можна було б просто відрахувати боксеру, подивитись йому в очі, цього не зробив чомусь рефері, і зарано, зарано зупинив поєдинок. Так не можна. Так, і дуже грамотно це робить під різними кутами, пробиваючи апперкоти. Не поспішає. Хоча вже видно, що Головкін готовий добувати супротивника, і він це робить. Черговий чудовий апперкот від Гени проходить. Важко підіймається бразилець і не хоче він продовжувати. Тити руку супротивника. Подивіться, як він займає позиції для своїх. Лівою рукою. І, мабуть, більше. Ох, смотрите, да, і упав зараз Михайло. От все-таки не пропустив він опять удар справа. І зараз от йому придеться весьма трудно. Нокдаун від канатів. Опять пропустил. Смотрите, да, опять пропустил удар и оказывается на полу. Михаил Макаров. Второй нокдаун. Сможет ли дальше продолженных мощных ударов Геннадий Головкин? Ох, и уже третий раз на полу. И, скорее всего, наверное, сейчас поединок. Смотрите, атаку. Вот, смотрите, да. Вот сейчас опять видим. Смотрите, вот справа крадывается, подкрадывается и бьет очень жестко справа Геннадий Головкин. Надо отдать должное. Геннадий очень сбалансированный боксер. Если и пробивает, то нет такого, чтобы там наклоняться. Вот, пожалуйста. Вот вам начало боя. На конвасе ринга колумбийский боксер. Надо сказать, что у него рекорд с большим минусом. 6 дебютантов против него выступало. И 13. Так, поздравляем вас, дорогие друзья, с титулом чемпиона мира. Если Геннадий выбрал работу корпусом и разыгрывает доверного, Геннадий все-таки пытается соперника перерубить. И вот мы видим сейчас на конвасе ринга панамец. И опять крюк. Великолепный крюк в исполнении Геннадия Головкина. Нокаут. И давайте опять... до последнего сейчас останем кем внимательно следить за событиями здесь, на этом ринге. Прекрасная победа. Опять все началось с левого крюка в область виска. Этот удар, собственно, Головкин и решил... В трансе он пребывает. Отлично. Еще немного, Гена.
Шаг назад и отличная двойка. Что судья останавливает бой? Ну, я думаю, он правильное решение принял, поскольку видно было, что буквально весь бензин вытек из Аумы. Ну, что сказать, двойственное, кстати, ощущение это оставил бой. С одной стороны, Гена проявил I don't think he's going to get up, Mark. I think it's all over. It's finished. Wow. It's finished in the first round. Wow. That is a man who's never been stopped. And look at the way Golovkin put him away. Brilliant shot. Beautiful. Right hand, left hook, I believe. I'd like to see that again. But I knew he was getting the right hand off to a tee, and I just said to myself... Красивание правой руки. Вот, золотой удар. Еще вдогонку. Ну да, совершенно открыт. Вот теперь понял, как-то чудом еще не расходится кожа сильнее. Ой-ой-ой. Легкий удар, казалось бы, но навстречу. Как раз из той серии, что умеет делать. Первый нокдаун. Чигами. Еще один. Правобоковой. Настолько изучил все-таки соперника казахский боксер. Да. Все. Я думаю, ближайшая атака закончит дело. Ну и рефери может вмешаться, да, что он и делает. Все понятно. Капа еще осталось. Ну и смотрим мы, как был закончен этот поединок. Смотрите на ноги японца. Не дать ему шанса, да, почувствовать. Да, не повестись вот на такой рисунок. О, здорово, посмотрите, какая хорошая серия. Снова попадание, и нокдаун. Это, по-моему, даже нокаут, это господа. Очень тяжелый был удар. Встает. Прокса встает, да, с характером парень действительно еще раз приходится это констатировать. Да, ничего не скажешь, это парень интересный. Конечно, Головкин ведет в этом бою с большим преимуществом. Два раунда он выиграл. Ох, какой сильный удар. И снова, посмотрите. Нет, это все. Да. Конечно, другой, совсем другой голосовой соперник. Он просто его снес. Но моментами Прокса, конечно, вот... Все равно понравился, ну, наверное, характером больше даже. Oh, good right hand on the uppercut, rock back Rosado. He didn't see Anderson not supposed to be in there in round six, taking the shots that Rosado's taking. Wow, what a shot right to the mouth. You want me to stop it? No. Want me to stop the fight, champ? No, I'll stop it. You may have to come in and help him out. Yeah, and at this point, how much? Throwing back some punches, but the corner of Rosado stopping it. Come on. Steve Smoger's not hearing them. They throw in a towel. Steve, get in. Steve, get in there. Und so, die Hinschen harten Kampf, es Mecklin jetzt im Schlagabtausch. Es klingt immer so, als würde er nur auf den richtigen Zeitpunkt warten und als hätte er es gar nicht eilig. Kurz trocken, aus der Hüfte rausgeschoben, der Haken, Körperhaken und das war's. Das war's. Schöne Bombe. Zentral und auf die Leber, hast du es auf den ersten Blick gesehen? Ja, also das hat man schon gesehen, dass er zur Leber geht, aber dass er so hart trifft und so genau, das war natürlich nicht abzusehen. Minimaler Weg und das war genau das, was wir gesagt haben. Also das ist dieses Auge zu haben, dieses left hook. Down goes Stevens. There it is. Kazakh Thunder. And he followed it by an even better left hook that sent Curtis Stevens to the canvas. The first right hook was a great setup to the first one. And followed by the second one. The second one right there was the real punch, real meaningful punch. Threat from stopping it. Big right cross by Golovkin. Whipping Curtis Stevens into the corner. And he makes it out of round eight. That's it. And they're going to stop it in the corner. Und da kommt der Haken von Golovkin. Und sich tapfer, auch wenn es nicht so aussieht, als hätte er wirklich eine Chance. Und hier der erste Treffer, die linke zum Kopf. Sehr variabel, Gennady Golovkin in seinem Schlagrepertoire. Haken von außen,
mit links Gas zu geben. Und dann kam das Aus für Adama in Runde 7. Hier nochmal diese schweren Treffer, die der Kämpfer aus Ghana hat kassieren müssen. Физически сильнее, конечно, Головкин. Нокдаун. А это лишь второй раунд, друзья. И сил не тратят зря. И эффективность высокая при этом. Снова попадание навстречу. Это нокаут, по-моему. Нет, быстро поднимается Гир. Может, даже раньше, чем следовало. Пали, знаете. Да, налетел на встречный удар. Рефери Indicating that he didn't hear the count or that something happened to the back of his head, but it looked to me, Roy, like he wasn't, he'd had enough. He didn't want to get a fighter from another planet. And Murray's down. Golovkin before make a difference, and that is a beautiful straight right hand. A delayed reaction. Said left hook from Golovkin. Another right to the body, and Murray is down. You know, when you could throw this kind of body punch and score a knockdown with it. All sorts of angles, angles that he's invented, and finally Murray is there. Good about boxing from Martin Murray. Superb effort by Murray. And you know, this was a round, and before this happened, Martin Murray was having a pretty... Those punches are starting to find a way through, and he's called it off. Well, he can just have free range target practice. And when he can have free range target practice, that's what happens. Can't let Golovkin have free-range target practice at you because he's going to catch you sooner or later. And Monroe's still really on his feet, and Golovkin won't give him room to think. Cosby keeping the pressure on. Down goes Monroe for the second time of Monroe again. Yeah, right up top. He's got him against the ropes. Oh, Golovkin hurt him really bad. The hook just hurt him even worse. He's out of here. Third knock. Can take a big shot. Then that left uppercut hurt him really bad right there. Followed by that left hook right there, right behind the ear. Continue. His legs are gone. Yes, thank you. Yeah. Не видели мне. О, просто раз нов. По вашей за подвойным гардом, а сейчас за подвойным гардом то будет час на Вонтроба, очевидно, а сейчас, но уж клянчонцего, помнитам такой поединок, Рой, будет тут, или будет что-то комбиновал, Лемье, но может быть, прошу вас, но встает, хорошо, что встал, потому что место, и снова есть левый, простой и правый черповый, но чи сейчас будет правым Лемье, снова есть прединок, снова был час на Вонтроба, целый час смотрит Стиплю Лист, чи не порвать, прервал варку, слушно. Zobaczmy teraz, ileż tych lewych precyzyjnych spadało na nos, a tu jeszcze, w okolice łuka, bije. I teraz Triple G za chwilę znajdzie tam miejsce na dole, właśnie tam za łokieć, znalazł miejsce za łokieć, przesunął się i tak potwornie skrzywił się. Has belief in his chin. Yep. He knows he's going to get painted every once in a while because he's a pressure fighter. And down goes Wade for the second time. I don't think he'll make it back out. Man on the right hand. Doesn't look eager to get it. No. Gloves. You better protect yourself. Yeah, that's a good hook, baby throw. It was the Golovkin left hand, and now it's the right hand. Same punch. The final knockdown. A counter shot, right on the top of his left. Boom, counter right hand, right on the chin, and that ended matters. Golovkin backing Brook up into his own corner. There's the body shot. He's hurt early on in the first round. Here's a shot that. Some shots on the ropes. Golovkin landed a good body shot, and that was that set up the head shot, which actually hurt Kell. Kell took it well. Great success. I'm very impressed and shocked, if I'm honest, with what's happening. Adam, you know what I'm even more impressed with? It's Kell's. As if, okay, you've given me your best. Now it's my turn. Backing Brook up, and those left hooks are worrying. Fully cleanly. Not that you want to see this. Can he keep this up? Those on his back foot. You're right. He's riding the shots, but. But the ears are getting heavy now. The artillery. Brook sinks back. The towel's come out from Dominic Ingle. The towel's there from Dominic Ingle. And Gennady Golovkin is going to retain his world middleweight title. The towel has come. He's still there. Big, another big shot. Oh, but now he's got him herded down. The shin was standing with him. 9, 10. He may not make it. He won't.
Was that about punching in combinations? He took that one. G turned lefty for a second, if you notice. And there go the right hand, here go the hook. You're an open target for Triple G to knock you out right there. You hear the crowd going, oh, oh, Willie. Those punches start setting up, and he's so accurate right there with landing punches. I saw you this time for real. I know that this is not a dream.